Привет всем зрителям моего канала! Сегодня мы посмотрим с вами очень необычную вещь. Это будет жетон автоматической камеры хранения. Вот он лежит у нас. Довольно случайно он ко мне попал. Купил я его у одного продавца, который пачками эти монеты продавал. И вот такой вот попался жетон. Я не обращал внимания на него, думал, он вообще не ценный, не несет никакой стоимости. Но на самом деле у него интересная история. Я посмотрел, значит, это жетон автоматической камеры хранения из города Одессы. Одесса главная. Вот такой вот у него дизайн. Да, вот мы видим. Видите, как немножко даже криво набито, да? То есть идет поворот у нас. Ну, не суть важно. Основной момент, что данные жетоны описываются на разных форумах. Есть люди, которые коллекционируют именно такие жетоны. Есть несколько разновидностей жетонов, которые были у нас в Одессе. Но самое интересное, именно когда вводился этот жетон. На самом деле, до принятия еще трезубца нашим гербом официальным, в Одессе эти жетоны были напечатаны. И если мы посмотрим, даже там можем сравнить какие-то характеристики самого герба, можно понимать, что, ну, мы видим, что действительно работа выполнена не так филигранно, не так четко, не такие, возможно, стандарты данного трезубца, которые уже были приняты чуть позже. Очень такой необычный, ну, это, скорее всего, медный состав, медь, этот жетон был сделан. Тираж, друзья, кто знает тираж, пожалуйста, напишите в комментариях, кто в этой теме, конкретно по жетонам. Я посмотрел проход на аукционе на данный жетон, был в 2017 году. Я думаю, через год уже цена немножко подросла, может быть и больше, в зависимости от спроса коллекционеров. Ну, вот такой вот необычный жетон. И самое интересное, что его история, что еще не было у нас, получается, официально принято трезубца, как малого государственного герба, да, уже он был исполнен на этих жетонах для автоматических камер хранения. По размеру, смотрите, можем посмотреть, вот насколько он больше 10 копеек. Вот такой вот необычный жетон с трезубцем. Я думаю, он тут тоже пойдет в коллекцию кому-то, любителю жетонов. Ну или, в принципе, как предмет с довольно интересной историей. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайк, если вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Всем пока!